Вот со мной рядом сидит Люба Сарычева. Ну, Сарычев Николай. Наш номер был выпущен в 1974 году в цирковом училище. Выпустил его заслуженный артист РФСР Юрий Гаврилович Мандыч. Вот. Номер сам по себе необычен для всех жанров воздушного полета. Наш педагог выпустил, собственно, 4 номера воздушного полета. И наш номер является как бы уникальным тем, что у него немного необычная конструкция аппарата. Сам аппарат находится в центре манежа, я имею в виду в центре сферы купола. А обычные полеты, они разбросаны, собственно, по всей сфере купола. И самое интересное то, что мы трюки исполняем не так, как в обычном полете, с трапецией в руки лавитура и на мостик, а трюки исполняются в руках лавитуров с перелетом к нижнему лавитуру и от нижнего лавитура с перелетом к верхнему лавитуру. И наш номер называется «Вертикальный полет». Но сейчас для нас цирк — это все. Ну, то есть вторая семья, наверное, это наш дом, наши друзья. Вообще, не очень цирку удивляйся. Это публике издали кажется чудесная и смертельная игра. Но чудо это покоится на глыбе адского терпения и труда. Мы не герои, мы только ужасные труженики. Конечно, бывает и риск, как и во всякой такой работе. Без повреждения не обходится иногда. Поэтому приходится всякий раз стиснуть себя в кулаке, окрылиться для одной необыкновенной минуты. Как в подвиг. Вот для этого в цирке и свет слепительный, и сказочная мишура, и самые загадочные имена наши. Леонид Леонов.